Чебоксары вновь попытают счастье в конкурсе на самый благоустроенный город России. Конкурс будет проводиться по итогам 2012 года. По поручению сити-менеджера Алексея Ладыкова, все структурные подразделения, администрации, которые отвечают за благоустройство города, а также ЖКХ, должны начать подготовку и сбор документов для участия во всероссийском конкурсе. До марта необходимо подготовить все документы. Конкурсная комиссия оценит благоустройство города, улиц и дворов, а также состояние экологии, энергосбережения, качество услуг. Напомним, столица Чувашии уже становилась победителем этого конкурса по итогам 2001 года.